Сегодня 28 ноября. Мороз был утром 35 градусов. Мы решили никуда не ехать, не идти, отдохнуть. Сегодня день рождения моего брата. Вот собачка моя, Атакан. Ну и решил, раз есть время, поснимать ролики, которые очень, наверное, будут нужны охотникам. Поговорим сегодня об уроне. Про карбюратор мы говорили. Еще раз покажу его. То есть чудо техники за 350 рублей. Лучше всяких Микунь и прочих сложных карбюраторов. Очень простой. Вот я его закрыл, чтобы снег в него не попадал. Да, сегодня мы поговорим о выхлопной системе DD, так называемой. Сейчас я разберу, сниму капот и покажу, что это такое. И какие косяки могут быть с ней. К чему надо быть готовым. Вот такой выхлопной коллектор. Вот фирменный знак DD. Значит, это ручная работа, производится умельцами из России. Говорить не буду, кто, кому интересно, сами найдете в интернете. Чтобы ролик не оказался рекламным. Суть такая. Значит, у обычного у нас глушака просто идет коллектор и сразу уходит в бочку. Бочка, значит, из нее глушак идет на гусеницу. Вниз выхлоп идет якобы для того, чтобы было тише. Значит, мы на этом деле попадались. От того, что идет выхлопной газ, гусеница нагревается, налипает на нее снег, потом замерзает, в итоге прилипает гусянка. Гусянку одну, вот, помню, разрывали, это было больше 10 лет назад. Сама гусянка по себе начинает рваться быстрее гораздо, рассыпается. Значит, мы делали из обычной бочки выхлоп такой же в бок. Буран начинает орать. Потом, значит, ну, начал я искать на просторах интернета, какие же еще бывают глушаки. Вот нашел, значит, производитель вот такой штуки. Значит, суть такая. Не для того, чтобы, скажем так, тише он ехал, а для того, чтобы дожигались газы. То есть посмотрели, как у импортных снегоходов дожигатель газов, специальный вот диффузор такой. То есть двухтактный двигатель выбрасывает выхлопные газы, в них не всегда сгоревшее топливо получается. Бывает, свечка одна какая-нибудь под, ну, не работает. Поршень идет вниз, немножко газов обратно захватывает обратно, и газы, получается, дожигаются. Увеличивается тяга, где-то коней добавляется, ну, прилично. Действительно, буран начинает ехать совсем по-другому. Значит, этому глушаку уже лет года 4, наверное, может больше. Не помню, когда я убрал. На чем, значит, мы попались? Вот эта бочка, обратите внимание. То есть, когда будете заказывать, сразу оговаривать, чтобы они сделали так, как я сейчас вам скажу. Значит, какая ошибка у производителей? Внутри, значит, такой стакан идет. В этом стакане очень мелкие дырки. Очень-очень мелкие, там, ну, как иголочка, как сетка. Значит, эти дырки забиваются маслом. То есть, бывает, свечка одна не работает, начинает лететь бензин в глушак. Он идет с маслом. Это масло начинает нагорать, прилипать, потом начинает вторыми газами горящими уже дожигаться. Сетку забивает. Забивает очень медленно, вы сразу не заметите, тяга начинает падать. Падает, падает. И в прошлом году у нас он просто перестал ехать. Мы горе хапнули, конечно. Ничего не завести, не вывести на нем не могли. Значит, грешили на карбюратор. Пришлось взять два карбюратора Микуня. По 2000 рублей каждый. Воткнули эти карбюраторы. Буран, блин, не едет, ничего понять не можем. А потом уже при заводке я смотрю, когда он все-таки завелся, бедолага. Дым вот из глушака совсем такой, ну, вяленький, скажем так, идет. Я эту бочку снимаю, дунул, а, блядь, не дуется. Короче, разрезали, сварщики поработали, выяснилось, что тут еще помимо, значит, этой долбанной сетки базальтовая минвата там сделана, не знаю для чего, тоже нахер ее выкинули. Просверлили дырочки 5 миллиметров, там, штук 15-16, чтобы дулось хорошо.
Ну и все, технику сразу стало не узнать. Мы опять воткнули свой родной карбюратор, который лучше всякой Микуни. И вот этот глушитель теперь уже, ну, реально радует нас. Поэтому, если есть желание улучшить свою машину, свой буранчик любимый, можете поэкспериментировать. Я себе поставил и нисколько не жалею. До скорых встреч. До скорых встреч.